Всем привет! Ребят, сегодня у нас военная тема. На обзоре будет вот этот танк, изготовленный из пластмассы в советское время. Цена его, если видно, там 7 копеек написано. Отлито. Этому танку, наверное, лет 35 точно. Это еще когда я ходил в садик. Валялся он все у нас в деревне возле дома, куда-то потом потерялся. И когда мы заливали фундамент под дом, и он откопался откуда-то из земли. И таким образом уцелел, и вот вам я его показываю. Ну, это если кому интересно, да, вот эти советские игрушки пластмассовые. Видите, пластик такой прочный, но, видимо, хрупкий он стал уже от времени. Я не буду его ломать, оставлю на память. Ну, не об этом я хотел вам рассказать. Мне вот пришло письмо от Сергея Барончукова. Это главный администратор нашей группы ВКонтакте. Он мне прислал вот это письмо. Там должна находиться какая-то инструкция. Видимо, пакет секретный. Очень просил сделать на него обзор. Ну вот, если я посчитаю нужным, я решил, что я исполню просьбу Сергея Барончукова, администратора, главного администратора нашей группы. Не знаю, что там. Давайте откроем. Может быть, и вам тоже будет это интересно. Он меня убеждал, что там какая-то советская инструкция, что ли. О, ребят. Ну, не знаю, стоит ли, не стоит. Что тут можно? Ну, давайте полистаем. Может быть, будет вам интересно. Такие плиты у большинства квартир наших домов установлены. Ну да, это четырехкомфорчатая плита. Вот. Не знаю. Ну, интересно, наверное, для ценителей советских разных брошюр, инструкций. Вот. Ну, ладно, уж покажу я. По просьбе Сергея Барончукова. Ребят, если какие-то вопросы у вас возникают по поводу этого ролика, пишите ему в личных сообщениях в группе ВКонтакте. Ну, такая инструкция. Ну, пусть будет, ладно. Раз уж у меня есть там ролики по разным книгам советским, учебникам, ну, вот пусть, наверное, будет у нас на канале и это инструкция по эксплуатации, вот как подключать данную плиту к сети. Пусть на нашем канале будет и такая инструкция. Вот. Как жарить, парить, в каких температурных режимах. Тут все характеристики обслуживания, как готовить мясные блюда, кондитерские изделия. Дата выпуска 83-й год, представляете? В 83-м году я пошел в школу, в первый класс. Даже гарантийный талон есть. Ну, не знаю, не ругайте меня, не по своей прихоти. Я показываю вам эту инструкцию, а по просьбе Сергея Барончукова. Человек просил, поэтому вот я исполняю его просьбу. В конце этой инструкции указаны города по техническому обслуживанию и ремонту данных электроплит. Вот. Уважаемый товарищ, написано. Можете написать комментарии, жалобы, разные пожелания, и завод будет удовлетворять ваши просьбы. 33 тысячи тираж, наверное, 33 тысячи таких плит было выпущено электро. Вот. Отдадим дань должное уважение Сергею Барончукову. Сергей, спасибо за эту ценную брошюру. Ребят, комментируйте. Интересно почитать ваши комментарии. Давайте, всем пока.